Друзья, всех приветствую! На связи ваш любимый видеоблогер Юджин Влогс из Северной Каролины, Соединенные Штаты Америки. Один уже из последних репортажей, осталось всего 3 дня Северной Каролины, ну даже уже практически 2, потому что вечер, а утром потом мы улетаем. Короче, все, уже ремонтные работы закончены, собственно. Сейчас мы уже занимаемся в основном отдыхом, там, купанием, рыбалкой, такой фигней. Я здесь просто как бы, так привожу в порядок. Там вот этот мусор надо, видите, там валяется, поубирать, чтобы это все не оставлять. Короче, повесить хаус-врап, заторповать крышу в некоторых местах, там, где протекало, но шли дожди, ничего не текло, я трогал вату сухая. Ну, понятно, что она потечет, если будет сильно лить. Но как это все заторпуется, я купил 2 здоровых тарпа, они почти всю крышу закрывают. Оно текло только в одном месте там, и вот там, видите, где мы разломали, чтобы посмотреть. Вот там вот серьезнее всего, как я понял, текло, и вот тут. То есть 2 места, короче, они закроются тарпами с большим захватом. О, блин, Руслан приехал. И это самое. И хаус-врап навесится здесь, и потом, я не знаю, лето я пережду. Зимую, обычно говорят, а я наоборот перелету, сейчас насосом будем заниматься. Но это я новости ремонта, следующую серию записываю, Макс на рыбалке. Привет. Короче, да, просто рассказываю, что мы уже все закончили и осталось только произвести консервацию. Вот стулья, что мы на море подобрали в мусорке. Короче, ездили с Максом на пляж, шли обратно, я смотрю, стулья в мусорке лежат. Я говорю, Макс, может, для рыбалки возьмем? Он, да, давай, короче, взяли по стулу. Нормальные, целые, полностью стулья. В одном месте там только заклепка вылетела. Ну, чуть-чуть, как второй... прожгли, а тут вообще целый. Да, один целый, в одном заклепки нет, туда просто какой-то болт или саморез закрутить. Короче, сейчас прикол, буквально перед тем, как ты подъехал, короче, я здесь эти там кусты выкапывал, помнишь, тут были? Лопатой, пытался выкопать, но там хер выкопаешь, там корни огромные, как дерево. И они из этих пней растут, но я не понимаю, почему эти корни не умирают, листьев-то нету. Да они могут десятилетиями. Ну так и смотри, когда я косил 2 недели назад, и получается... С корнями что делают тут? Тут берут экскаватор, все это вместе с корнями выкапывают. И потом есть такая штука, типа грохот. А. И через этот грохот протряхивают землю. Только так от них можно полностью избавиться. Короче, получается, то, что я вот косил 2 недели назад, оно нахрен уже начало обратно все расти. Там уже молодые побеги. Надо постоянно их стричь, чтобы они не были толстыми. Или удалять эти, короче, как их, или удалять эти корни удалять надо. Удалять очень дорого, это мутная затея такая. Пару мелких выкопал, короче, кучу камней. Ну, короче, неважно, я здесь копаю эти корни. Короче, чувак едет такой на какой-то красной Тойоте дешевой или Мазде. Короче, заезжает к соседям, там возле роз, видишь, он розы остановился. Вышел и сюда идет, такой через всю поляну, короче, ко мне, и что-то кричит. Короче, мексиканец такой где-то, 1,40 м ростом или даже меньше. Ну, реально вообще мелкий, как ребенок какой-то. Такой подходит, говорит, что ты там уборкой занимаешься? Я говорю, да, он такой, помощь нужна. Я говорю, да не, справляюсь, уже почти все сделал. Он такой, а что, говорит, дом, я говорю, да. Он говорит, а к продаже, готовишь? Я говорю, не, переезжаю, сам буду жить. Он такой, я, говорит, тут еще дома покупаю. Я говорю, а ты где, живешь? Он говорит, supply, тут рядом. Я говорю, понятно. Он говорит, говорит, жалко, не продаешь, а то бы я купил. Я говорю, не продаю. Он такой, а сколько участок? Я говорю, 2 акра. Он такой, ладно, говорит, пойду там. Меня какой-то Марио зовут, пошел. Не, вообще я просто в шоке с этого кино. Тупо заезжает на чужие участки, ходит тут, как у себя дома. Все ли уже пристрелили бы за такие выходки? Не знаю. Вот мне осталось там... Дверь хорошо смотрится, надо этот комплект болтами снять. Вчера же не было видео, друзья. Короче, установлена дверь, смотрится просто шикардос. Внутри встроенные жалюзи в пакете, я такого вообще никогда не видел. С одной стороны, они от солнца защищают, с другой стороны, пропускают как бы, свет, но не пропускают солнце. Очень круто сделано, но оно и очень дорогое, оно $1000 стоит. Но оно продается разобранное, установить его полная жесть. Я вам говорю, если вы не шарите, то лучше не покупайте, потому что хер вы его установите. Мы втроем, все, короче, строители, промучились с ним, пипец.
еле установили, ну тьфу-тьфу-тьфу, все сошлось. Работает идеально, и москитная сетка, короче, но оно, правда, замкнуто сейчас внутри. Вот, но, ну, качество дерьмо, классное только качество. Вот Руслан, как специалист, говорит, что стеклопакеты очень качественные. Они, видимо, стеклопакеты в США делают, а это все остальное везут откуда-то из Китая. А все остальное лишь бы какое, короче. Но очень удобно, внутри такая маленькая ручечка, ты за нее тянешь. Жалюзи поворачиваются, а потом такая рядом другая ручечка. То есть не прям по всей длине, а вообще чуть-чуть потянул, и жалюзи вверх, жук поднялись. Ну, короче, охренеть вообще. Ну, считайте, такое окно 1000 стоит без установки. И, короче, ну... Еще монтаж обойдется. Ну, и монтаж обойдется минимум, да, наверное, 500. Ну, потому что, я вам говорю, его поставить нереально. У них есть дешевые окна по 500, но они собраны уже. Вам ничего не надо делать, вы его втыкаете, оно вот прям здоровое такое окно лежит в коробке. Такого же размера. Просто как-то довести его надо, чтобы, ну, не погнуть, не побить. Но его просто вырезал, дырку поставил. А это все надо из кусков собирать. Оно все в трех коробках было, и там еще куча деталей. Ну, короче, все, вот это я дожигаю. Тут мусор, листья такое, все, короче, уже вроде нормально. Сейчас приехал Руслан, будем это, посмотрим насос. И вечером, через пару часов, пойдем рыбачить, там Макс на рыбалке. Ну, короче, так, вроде бы все более-менее. Я не помню, вопросы какие-то были, не были. Если у кого какие вопросы есть, пишите в комментах, пока я тут еще успею, может быть, на них ответить. Вот, немного развалилась моя печь. Я просто напихивал туда большую вот пачку дров вокруг. Ну, тут у меня пламя было конкретное, обрубил мачете, чтобы ничего не загорелось, этот бамбук. Короче, там маленькое тоже видео, типа таймлапса утром записывал, может, выложу. Ну, то есть я встал в 5 утра вместо зарядки, пошел, вот заготавливаю дрова. Ну, я не знаю, Руслан, такие дрова это танковаты или пойдут? Это я заготавливаю дрова на будущее, на пикники, там, на камин. То есть что-то их поднимать, на полу нельзя держать. Да, конечно, это я их пока, ну, с ними работаю, а потом уберу. Хотя бы на бетон. Вон там я положу, все материалы туда сложу, алюминий, потом я им обработаю, здесь сарай буду строить из камня на этой площадке. И тот домик, может, обошью сайдингом, который хороший, а остальное можно на алюминий. Вот, кстати, стирофом надо тоже, наверное, надо занести, его, да, потому что он, в принципе-то, дорогой, что он тут валяется. Я не знаю, куда они его вообще клали. А, это может быть вот тут где-то, что тут тепляли. Ну и вот эта штука вроде работает, но из-за того, что мы подняли трейлер, видите, она поднялась и оторвалась от этого. Ну, то есть здесь надо эту пленку поставить, вот эту хрень надо выровнять. В принципе, его можно подвинуть немножко, потом заклеить пленкой. Ну да, то есть оно видно раньше он так... Он не прикручен, он двигается. То есть он просто не пробовал подвинуть. Так вообще, слушай. А потом подклеить пленкой. Так тогда можно вообще, может, даже, да, заклеить но пленкой. Они не прикручивают, они обычно так стоят. Да, но там же все равно шланг внутри идет. Это просто для того, чтобы мусор, да. Да, это чтобы мусор внутри. Это просто, чтобы в мусор, там всякие листья, вода внутренние текли. А вот смотрите, мы его уже придвинули. И может даже и заклеить это скотчем. Да, даже силиконить не надо ничего. Надо. Да, тут даже щель такая небольшая. Ну тут было вообще силиконом, видишь, замазано. Надо все херня, короче. Ну то есть вот так, произведу уборку. Вот, все, консервация, потом небольшой перерыв на работу, чтобы денег на ремонт. Вот, потом все продолжится. Ну ладно, друзья, ставьте лайкосы, пишите вопросы и комменты, потому что я уже особо не знаю, про что рассказывать. Как бы сказать, работы завершены. В следующей серии будет уже ремонт, наверное, крыши. А после крыши уже будет остальная хрень доделываться. Потому что здесь, в принципе, тот угол был в самом плохом состоянии. А здесь, в принципе, все нормально. Его можно и так оставить, но все равно придется все переделать, чтобы окна менять. Ну, по той же технологии, как мы там сделали. Но там мы сделали, вы сами видели, получилось как бы высший класс. Вот, только любоваться моя теперь. Ревизия фрейма прошла. Да, фрейм, то есть полностью, все, что было чуть подгнившее, мы позаменяли, везде абсолютно усилили. Фанера там была четверть инча поменена на полдюймовую СБ, это охренеть как. В комментах писали, что медленно работает. Но да. На самом деле не медленно. Плюс у нас конструкция, говорят, утяжелять, она облегчается, потому что мы выкидываем МДФ тяжелое и ставим легкую фанеру дубовую. И, ну, я имею в виду про пол. И то же самое, стены облегчаются, потому что уберется алюминий, поставится винил. И крыша старая, я, наверное, всю буду ее снимать и новую собирать из ферм.
И или из готовых покупать в Home Depot, они продаются любых размеров, или самому собирать фермы, как с деньгами и с временем будет, то есть это потом решится. Но в принципе я вам скажу, что особой там как бы проблемы нету такого, что там дыра и она течет. Где-то там повреждения, прогнили, наверное, фанерные листы снизу, тогда еще СБ не было в те времена. И где-то в эту дыру течет, то есть наложить тарпы, оно в принципе и 10 лет еще простоит. Вот. Ну ладно, друзья, всем удачи, пока-пока, всего вам наилучшего. Вот. И да благоволит к вам Господь, пока-пока.